Здравствуйте, дорогие мои вертикальные зрители. 9 ноября, я наконец-то в студии, жутко соскучился по этому вот своему чашечке, тумбочке, вот по всему. Вертикальные новости, Алексей Форсиков, поехали. Жители Ставрополя настолько суровы, что упорно продолжают купальный сезон в Комсомольском пруду. Прямо возле трубы, из которой он наполняется. Ну просто отчаянные парни. Некоторым детям из Невинномысска совершенно нечем заняться. Вот и занимаются они вандализмом. Стекла бьют. Это сигнал от нас городским властям. Пожалуйста, примите меры. Мы знаем, вы сможете. Да, знаем. Вообще супер новость. Благодатная свадьба. 70-й юбилей свадьбы отмечают наши земляки из станицы Курской. Васильев Дмитрий Кондратьевич и Васильева Надежда Терентьевна. Они поженились, представляете, 5 ноября 50-го года, 70 лет назад. Молодцы! В этом году Дмитрию Кондратьевичу исполнилось 89 лет, а Надежде Терентьевне 91. Здоровья вам! Семейное счастье у вас точно есть и, конечно же, долголетие. Пока мы все тут пытаемся пережить 2020-й, этот чувак уже в 2025-м. Смотрите, что такое он придумал. Я бы тоже так прокатился, но очень боюсь роликовых досок. Ессентуки очень-очень милый город, я всегда это знал. И вот вам об этом видео. Местные старинные дворики, которые в любом городе называются одинаково. Шанхай. Очень мило. Ставропольские названия магазинов. Бессмысленные и беспощадные. Восьмерочка. Новый челлендж в интернете. Вам потребуется. Ваша спящая собака, ее любимая вкусняшка и телефон. А дальше смотрите, что получается. Это ежедневная милота. На сегодня все. Хорошего вам вечера, хороших новостей, не только вертикальных. Увидимся. Алексей Форсиков, «Вертикальные новости». Всего хорошего.